Привет, друзья из котельной. Вот такие у нас живут тут кошечки. Несколько недель назад, перед Новым годом, прям когда были морозы, прибились к нам, короче, такие вот две кошечки. Две девочки. Они обе трехцветные, на самом деле. Многие думают, что это черный котенок, но не. Он тоже пятнами, короче. Просто та более светлая. Вот это, Сливки Шоу. Сливки Шоу, Сливки Шоу. Красавица. Какие котята. Упитанные, довольные. Все у них хорошо, да? Все у них классно. Хорошо кушают, пьют молочко. Иди ко мне, котик, иди ко мне. Иди ко мне. Вот они. Два. Хорошо себя ведут, не балуются, не гадят, где попало. Отличные кошечки. Просто уматываем. Вот такие. Красавицы. Все у них просто замечательно. А весной пойдут, захотят, останутся. До весны в котельной поживут. Прибудные котята. А потом захотят, будут гулять. Нет, будут нашими кошечками. Вот так вот. Всем пока.